Очередная практическая проктологическая школа «Проктор.РУС» – дидактика современной малой проктологии с отработкой навыков в ветлаб прошла 12 февраля в Москве на базе Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России. Организаторы школы «Проктор.РУС» – Российское общество эндоскопических хирургов, Международная школа практической хирургии и Первый медицинский канал. На прошедшем только что мероприятии курсанты имели возможность за один день освоить основные методы лечения геморроя. Мы можем отработать малоинвазивные методы лечения геморроидальной болезни, такие как склеротерапия, лигирование, также отработать навыки практически по лазерным технологиям, технологии HALRAR и технологии прецизионной геморроидэктомии, а также увидеть живую хирургию, прослушать лекции. Обсуждаем малоинвазивные методы лечения, комбинации малоинвазивных методов лечения, ведение послеоперационных больных и все то, что может понадобиться амбулаторному колопроктологу для того, чтобы производить лечение пациентов с хроническим геморроем. Такой мастер-класс – это уникальная возможность для российского колопроктолога пройти стажировку за один день у ведущих специалистов России, ведущих специалистов-колопроктологов, которые поделятся своими наработками, практическими навыками и фишками во время всего одного дня. Но за это время они дадут максимальную информацию, максимальный фидбэк и ответы на любые ваши вопросы. Конференция «Проктор.РУС» аккредитована. Курсантам начисляются баллы системы непрерывного медицинского образования и Российского общества хирургов. Я очень рад, что мы снова продолжаем саморазвиваться, самореализовываться, потому что на очередной «Проктор.РУС» приехала практически вся география нашей необъятной страны. Нам, как лекторам, очень приятно делиться своими знаниями, своими возможностями, техническими моментами, практическими умениями и навыками. И все это нас объединяет «Проктор.РУС». Это уникальная платформа, на которой мы можем обмениваться опытом. Очень заинтересованная публика, очень умные глаза, очень хотят учиться. Впечатления у них, как я понимаю, очень даже неплохие. Эта платформа создана для того, чтобы люди смогли посмотреть, попробовать, оценить, пощупать, понять свои приоритеты. Это ровно то, что нужно практикующему хирургу, то, чего не дает обычная практика ни в поликлинике, ни во время обучения. Это то, что надо. Наши курсанты могут не только получить богатую теоретическую базу, но и вживую, руками, на биомоделях попробовать, ощутить, как это, закрепить свои навыки, дабы потом безопасно это использовать на своих пациентах, безопасно лечить пациентов и повышать качество оказания проктологической помощи в России. Да что там в России? В мире. За один день чудесные лекции, дидактические занятия и практические навыки на кадаверных и животных моделях. Такой курс мы готовили компании с самыми опытными, самыми именитыми, самыми талантливыми менторами. Благодаря поддержке наших больших друзей из индустрии, поддержке Первого медицинского канала все случилось. Благодарен каждому, жму руку каждому. Здоровья, проктологического здоровья и больших душевных таких хороших свершений. Вам всем удачи и ждем на новых «Проктор.РУСах».